Компания Nissan сделала невозможное, сделала уродский автомобиль. А мне кажется, выглядит футуристично и как будто такой задел на будущее. Просто наши глаза еще не готовы к такому дизайну. А вообще они говорят, что смотрели на каплю воды и думали вот что-то сделать похожее. Ну, на любителя напишите в комментах, понравилось, нет.